Привет, друзья! Сегодня у нас будет очень интересный и полезный мастер-класс по переплету из курзама для фотоальбома. Получается он очень гибким и аккуратным, а делать его не так уж и сложно. Готовлю заготовки. Из плотной бумаги, примерно 200 грамм, вырезаю отрезки 6 мм на 18,5 сантиметров. Обклеиваю детальки с помощью золотого скотча. Получается очень красиво и аккуратно. Я приготовила отрезок 8 на 18,5 сантиметров. Это основа корешка. Такой же отрезок из серого кожзама. Дальше 6 полосок, которые мы сделали, обклеенные скотчем. 6 полосок из розового кожзама. 3,5 сантиметра на 17. 6 полосок из кожзама серого, но чуть-чуть пошире, чем полоски, обклеенные скотчем. На полосу серого кожзама я приклеиваю полоску со скотчем. Затем приклеиваю их на розовый кожзам, так, чтобы по краям остались одинаковые концы. Когда они подсохнут, начинаю клеить их на корешок. Сначала с одного края, затем с другого края, и следующие располагаю на одинаковом расстоянии друг от друга. Следующий этап – это шитье на швейной машинке. Моя швейная машинка не любит переплетный кожзам, поэтому мне в помощь приходит малярный скотч. Прокладываю две строчки на равных расстояниях друг от друга, медленно и очень-очень аккуратно. И так надо сделать на всех 6 полосках. Заднюю часть я заклеиваю серым кожзамом. Приближаемся к финишу. Здесь надо оформить верхнюю часть корешка. Его я сделаю тоже из серого кожзама. С одного края делаю загиб и оборачиваю им край корешка. Здесь можно взять и момент кристалл, он очень тоже будет хорошо клеить. Thank you.
зафиксировали и идем прошивать. Тут я шью прям по малярному скотчу. Это из моего личного опыта, и так как толщина большая, шью по одному стежку очень-очень медленно, чтобы получилась красивая строчка. Убираю скотч очень-очень аккуратненько, завязываю концы нитей на обороте, или можно их спрятать под кожзамом, а также можно капнуть чуть-чуть клея, чтобы они уж точно не развязались. Вот он, аккуратный, надежный переплет для фотоальбома из кожзама. Если честно, мне очень нравится такой переплет. Он мягкий, еще раз скажу, надежный, потому что это не ткань, это кожзам, да, он прослужит намного дольше. И что самое главное, кожзам мне очень нравится, что его можно протереть спиртом. Для меня это вообще новинка в скрабукинге. А в следующем видео мы сделаем страницы для этого переплета. Поэтому, если у вас есть время, сделайте обязательно такой корешок. Отмечайте меня в социальных сетях на своих работах с хэштегом BoyaMade. И лучше попадут в следующее видео. Жду от вас лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.